Всем доброе утро! Кошка с самого утра шпекаться хочет. Итак, проверяем, удачно вчера перекопали полдвора или неудачно. Вода появилась наконец-то в моей перлоге. Не зря перекапывали. Как обычно, после гулянок ничего делать не хочется. Приперся домой, упал и тупо целый день сижу перед компом. Начал смотреть сериал, называется «Салем». Просмотрел уже на серии 10. Там каждая серия примерно по 45 минут. Сериал мне что-то затянул. Драма, триллер, мистика. Конечно, я больше фантастику люблю, но что-то я подсел на этот сериал. Хочу смотреть дальше, но уже час ночи. И я понимаю, если я дальше буду смотреть, так я утром фиг проснулся. Сижу и голову ломаю, смотреть еще одну серию или не смотреть. Наверное, еще одну серию можно посмотреть. В 2 ночи спать ляжу. Вот зараза, сериал интересный, но пора спать идти.